Всем здравствуйте. В общем, сейчас покажу первоначальные настройки для плуга. Вот такой мотоблочек у нас. ТЗ-012, ног посмотреть знает. В общем, смотрите, выставляем нейтральное положение, чтобы у нас обе стойки были вертикальны. Вот. Далее. Потом регулируем как. Один из плугов выставляем так, чтобы он касался тремя точками. Пятка и лемех полностью должен лежать на земле. Второй регулируем под него. Также вертикально. Пятка и лемех лежит полностью на плоскости. Вот с этого момента можно считать, что плуг в нулевых положениях, он у вас настроен правильно. То есть не будет такого, что при пехоте один плуг, один лемех будет брать больше, второй меньше, такого не будет. То есть они симметрично настроены. Вот. Глубину уже, естественно, настраивается задиранием пятки. И опусканием носка. Он не очень удобно делать сейчас. Вот здесь же угловой настраивается очень удобно. Это плуг от импортного мотоблока, если честно, не помню уже сейчас какой-то итальянец, однако заказывал, мне пришел из Подмосковья. Единственное, что я сделал для МТЗ, здесь переварено вот это ухо, поскольку он был переварен ровно посередине, ну и упирался здесь слабко сцепления там. Болт мешал крепление задней вот этой чушки. Вот. И удлинена вот эта часть на 11 сантиметров, 110 миллиметров. Почему? Потому что делал вот эти ножи дисковые. И они при свободном ходе, вот при таком, они касались колеса. Вот. Свободного хода не хватало, чтобы мотоблок шел при тестировании, шел ровно. Сейчас удлинено, все идет ровно. Сделаны вот такие ножи. Ножи сделал из диска для сошняка. Отсеялки. Они отлично режутся. Ну, резаны плазморезом. В домашних условиях просто достаточно все просто. Вот, затачиваются. Конечно, маленько трудновато. Варится они не варятся. Вот. Поскольку металл имеет какой-то сплав такой. Ну, как любая пила, видимо. Она сразу лопается. Ну, не сразу, через какое-то время. Поэтому сделаны такие небольшие ступицы. Вот. Хочу немного приподнять. По совету смотрел Лёшки Разрабова. Если не ошибаюсь, могу и, конечно, ошибиться. Вот. Если что, Лёшка, извини. Вот. То есть качание. И хочу сейчас поднять по стойке колесико повыше. Почему? Потому что уровень заглубления где-то вот так. Ну, на 20 сантиметров. Если даже берем там 18-20. То диск не вращается. Ему тяжело начать вращаться. Там сухая трава попадает. Он просто идет как обычный нож. Не очень удобно. Поэтому я сейчас подниму его повыше, чтобы у него плечо начинало хотя бы, ну, вот с этой точки. Чтобы он заставлял его вращаться. Вот. А так, вещь очень хорошая, конечно. Ножи шикарно. Лучше, чем простой нож. Так что вот, ребята. Ну, вот такой минимальный момент по настройке стандартных настроек именно оборотного плуга.